Всем привет! Сегодня я вам расскажу одну маленькую тайну, как сварить любые макаронные изделия из твердых сортов, либо обычные макаронные изделия, как лучше их подать и с чем они лучше зайдут. Так, чтобы приготовить наши макаронные изделия, нам понадобится ковшик, ну, либо маленькая кастрюлька. Будем готовить не очень много, небольшой объем. Далее, сами макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Если обычные, не из твердых сортов, то их нужно будет варить где-то 5 минут. Если из твердых сортов, от 10 до 15 минут. Я думаю, столько нам хватит. Далее добавляем приправу вместо соли, куда же без нее. Где-то в районе чайной ложки. Ну и я уже вскипятил воду, поэтому дальше будет намного проще. Мы просто зальем воду из чайника. Ну и поставим это все дело на огонь. Варить нужно на медленном огне. Поэтому мы это дело сейчас ставим на нашу печку. И после того, как закипит, нам нужно будет всего лишь навсего перемешать и убавить. Пока наши макарошки варятся, мы подготовим небольшую зажарочку, которую можно идеально разбавить данных макарошек из твердых сортов. Мелонько нарезаем лучок, но не спешим его бросать на сковородку. Половинки будет достаточно. Далее столовую ложку масла. Далее берем немножечко морковки. Будем нарезать ее соломкой. После чего разрезаем на маленькие кубики. Нам нужно будет сначала на сковородке от 2 до 4 минут на среднем огне нашу морковку пропарить немножечко, чтобы она размякла. Только после этого мы добавим лук. И будем доводить его до золотистого состояния. Поэтому первое, что мы делаем, засыпаем морковку. Ну вот у нас уже наша морковочка побелела немножко, поменяла цвет. И немножечко размякло, спустя 2 минуты. Теперь можно добавлять лук и уже доводить до готовности. Предварительно на дуршлаг предварительно включил холодную воду для того, чтобы наша канализация, если она у вас пластиковая, ну и даже если она у вас чугунная, лучше ее поберечь. Можно включить холодную воду, тогда будет проще отбросить. Поскольку мы приготовили на один раз и не будем ее обратно складывать в кастрюльку, высыпем сразу на тарелку. Но если вы видите, что вы сразу не съедите, пока она горячая, макарошка, лучше всего добавить в нее сливочное масло, накрыть крышечкой, дать ему немножечко растаять, потом перемешать. Так вам будет проще ее разогреть. Теперь наши макарошки можно украсить нашим лучком. Можете добавить соус, либо майонез, либо берем наши макаронные изделия. Берем ножичек и все это дело украсим тертым сыром.
сыр немножечко растает, и будет у нас превосходное блюдо. Всем, кому было интересно, подписываемся на канал, оцениваем это видео лайком либо дизлайком. Всем пока, до новых встреч!